на примере вот одного дерева половни хочу вам показать, как она будет расти. Сегодня 13 мая. Это после тех среза. Мы все, что тут другое росло, мы убрали, оставили один побег. И вот так вот он сейчас выглядит. Так, сегодня 1 июня. Сейчас сниму результат. Ну, как выросла павловня. Так, ну вот мне почти по пояс. То есть высотой она где-то 90 сантиметров. Нижние листики, в принципе, можно оборвать. Если они уже такие. Вот пошли пасынки, смотрите. Видите? Вот они в пазухе листьев. Их обязательно удаляем. Пока не зелененькие, они удаляются очень легко. Как только они вырастут, то уже потом это надо делать секатором. Вот видите, на каждом пенечке я оставил по одному дереву. Пожелтело, видите, гербицидом рядом ходили. И вот видите, чтобы у вас получился прямой ровный ствол, все пасынки уберем. Потому что если мы не уберем пасынки, и вот эти убираем, видите, вот спинка понизили, их тоже убираем. Если мы не уберем пасынки, то это будут будущие боковые ветви. Вот как на... Вам же не нужно такое дерево. Вам нужно прямой, ровный ствол, который... на котором крону формировать вы будете уже, ну, по своему усмотрению. Может быть на 3 метрах, да, может на 5. Может вы хотите вырастить ствол 6 метров, а выше 6 метров формировать крону. То есть для этого нам надо все пасынки просто оборвать. Вот пока зелененькие, они хорошо, видите, убираются. Как только вырастут по полметра хотя бы, по метру пасынки, то они уже поддаются только секатору. Тут мне кто-то обломил. Лошадь или корова проходила. И, наверное, съесть хотела. Ну, в общем, вот видите, один обломился. 4 пошло тут же. Вот один оставляем, вот этот. А этот убираем. Все. Не жалеть. Ну, тут еще ничего не отбило. Отобьет. Тоже, вот видите, отломило. Был хорошенький. Так, тут крайне, да, гербицид хватанул. Он ходили, гербицидили тут сорняки. Вот пасынки, раз и два, вот и выкинули. В общем, за май прирост где-то составил, учитывая, что май был холодный, это вот только тут 4 дня или 5, жара сейчас стоит и поперла. А так тут дожди или там, но чуть-чуть или не, плюс 2 градуса было, холодно, в общем, было. И, знаете, и тут кто-то обломил, а? Блин, ну кто это мог обломить, а? Кому он помешал? Ну ничего, видите, они растут, если бы сейчас бы не ковырнул, он бы ничего вырастет. В общем, смотрите, кто покупал павловню, если в прошлом году, да, ну, наверное, более северный регион, у вас еще она не стартанула, потому что у вас прохладнее. То есть, если какая-то надземная часть даже вымерзла, просто берите ее, срезайте и ждите, покуда от стволика или от корня пойдет новый побег, вот такой вот, как у меня. И его один оставляете. И пускай она растет у вас. Вот я вам сегодня видео выложу 1 июня, а потом буду снимать каждый месяц, и вы посмотрите, какая у меня тут будет аллея, там высотой там более 6 метров она будет, ну, как кибрюк первым заморозком, там более 6 метров они вырастут. Ну, вот так вот. Так, еще по павловне там вопросы, значит, сейчас покажу. Есть саженцы у меня в ТикТоке, вчера выстрелило видео там какое-то на 100 тысяч просмотров. У меня сегодня столько, думаю, откуда столько клиентов у меня за павловни. Сейчас я вам покажу, какая павловня на сегодняшний день есть и какую мы отправляем, пакуем. Это вот дерево, видите,
Полумня уже, какое у меня в горшочке. А вообще саженцы, вот они у меня, видите, растут. Ну, мы вот выбираем, которые... Это в мешках, сейчас я вам покажу. В стаканчиках я отправляю сейчас в мешках. Ну, вот они. Вот, смотрите. Вот такой саженец. С мощной корневой системой развитой. Вот вы его получаете. Вот этот лишний обламываете. Второй побег. Это я перед отправкой его обломаю. Вот. И вот так вот его в землю сажаете. Чтобы вот это был уровень земли. Посадочная яма. Вот чем больше выкопаете яму, тем лучше он у вас даст прирост. Выкопаете там 50 на 50 и в глубину 50. На начальном этапе будет куда корням расти. И будет хороший прирост. Выкопаете вот такую ямку там на пол штыка. Вот так и расти будет там в год 1 метр. Поэтому не поленитесь, выкопайте. То есть на начальном этапе, вот как виноград, да, мы сажаем и копаем яму 80 на 80 на 80. Но вот если посадить его, вот такую норку, да, то корням на начальном этапе очень тяжело развиваться. Пока корень пойдет, уже и зима на нас, уже и заморозки, уже и все. И прироста не получится. То есть первый год мы выращиваем мощный корень, мощную корневую систему. Вот то, что у нас в этом году вырастет, там, хоть 5 метров пускай вырастет, срезайте, не жалейте. Весной выращиваете, вот как я показал сейчас на тех, вот у меня же там срезано. И выращиваете весной хороший прямой ствол. И это называется технический срез павловни. И будет у вас на третий год, то есть на первый год вырастили корень в этом году, в следующем году вырастите ствол. И через год у вас будет цветение. То есть на стволу потом он заложит почки. В этом году он не заложит. В следующем году он только заложит почки на новом стволе. Да? И еще через год будет цветение на этих почках. В общем, вот такой маленький такой рассказ про павловню. Для чего она нужна? Ну, кто-то выращивает как декоративно. У меня это вот просто аллея, да. Кто-то выращивает его на древесину, кто-то выращивает на корм скоту, кто-то выращивает, делают из него древесные пинеты. То есть каждый может себе найти применение. Если вот будете у меня в комментариях спрашивать, будет ли он расти у меня там в Екатеринбурге, не знаю, еще в каком-то городе. Я не знаю вашего климата. Попробуйте. Вот за лето он вырастет там 2-3 метра. Зимой может вымерзнуть, если даже зимой вымерзнет, весной он отобьет вот так от корня опять новый ствол. Но в какой-то год он не вымерзнет, и этот ствол будет вот такой, а когда он будет уже вот такой, он точно у вас там при любом морозе не вымерзнет, он будет нормально каждый год отбивать от этого ствола новые побеги и будет расти. То есть да, может первый год и вымерзнет, может во второй вымерзнет, но потом, когда у вас будет мощный корень, и он даст мощный прирост за год, то я думаю, что никакой мороз ему там не страшен. Тем более этот гибрид Powtong Z07, это один из самых морозостойких гибридов павловни. Поэтому пробуйте. Не такие уж большие деньги, чтобы там из-за них там переживать, если даже что-то и вымерзнет. Ну, если даже вымерзнет, вот он от корня. Корень-то не вымерзнет. Не вымерзнет на нем. Все равно в любом случае корень останется. А от корня в любом случае будет новый побег. Поэтому вот такие вот дела. Так, что-то не хватает капельки мне. Ладно, пойду я капельку удлиню чуть-чуть. Все, всем спасибо, всем пока.